Ну что ж, все готово к ответному матчу. По итогам первой игры у гостей преимущество. Действительно, но это преимущество надо еще удержать. Хозяева наверняка с первых минут пойдут вперед, ведь им терять по большому счету нечего. Так что нас ждет захватывающий поединок. Челси и Сити играют сегодня, в чем-то их пути схожи, но есть существенная разница во взглядах на футбол. Челси нового образца, команда очень и очень прагматична. Манчестер Сити, в свою очередь, важно не просто выиграть, но сделать это еще ярко и красиво. Но если этот клуб побеждает, то делает это, как правило, стильно, а вот если проваливается, то, к сожалению, треск. Смотрим состав Манчестер Сити. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Перед нами состав Челси. Очень сбалансированная расстановка, без явных слабых сторон. И можно перестроиться по ходу игры. Любопытно, что стадион на самом деле не принадлежит клубу. Он взят в аренду городских властей, но на целых 250 лет. То есть фактически владельцем этих стадиум является не клуб Манчестер Сити, а городской совет. Да, и надо сказать, что это вообще уникальный, исключительный случай для топ-клубов английской премьер-лиги. Итак, только что стартовал полуфинальный матч Кубка английской лиги. Шансы команд абсолютно равны, и обладателем трофея может стать и та, и другая команда. Фабиан Делф. Посмотрим за этой атакой. Диего Коста. Рибери. Тут просто подарили мяч сопернику. Дрис Мертенс. Фернандо. Фабиан Делф. Пока неплохо. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Штрафной удар. Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи. Смотрим начало этой атаки. Терпеливо ждут они своего шанса. Режис. Дрис Мертенс. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Великолепный пас. Кейсуки Хонг. Диего Коста. Рибери. Не завидую защитнику, которому предстоит опекать Рибери. Задергает его француз. Рибери много двигается, постоянно лезет в обводку, а потеряв мяч, сразу вступает в отбор. Играя против него, можно повесить язык на плечо уже минуте к 60-й. Мяч покинул пределы поля. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну кто так играет? Франк Рибери. Челси начинает атаку. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Кейсуки Хон. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Надежно играет защитник, атака прервана.
Сеск Фабригас. Тут может что-то получиться. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Челси будет сбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Кейсу Кихон. Нголо Канте. Удар! И справляется вратарь с этим ударом. Фабригас подает угловой. Давид Луис. И вратарь на месте. Отличный удар головой и потрясающая реакция голкипера. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Мертенс. Это может быть опасно. Кевин Де Брюйн. Мертенс. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Диего Коста. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И перерывает защитник эту передачу. Франк Рибери. Потеря. Все, в оборону. Хорошая игра защитника. Чисто сыграна. Диего Коста. Шеймус Коулман. Илкай Гюндоган. Может получиться интересно. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Это фол. И нечего спорить. Судья был рядом, он все видел, грамотно разобрался в эпизоде. Не получился отбор, и это фол. Потерял он мяч, но кому он достанется? Нголо Канте. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это... Кейсуки Хонда. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. Вот что значит попасть в створ ворот и дать шанс вратарю ошибиться. Пожалуйста, гол, мяч угодил в левый угол. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. 1-0, сейчас будет веселее. Отамень. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Рахим Стерлинг. Это может быть опасная атака. И этот штрафной может быть очень опасный. И удар. Не лег мяч на ногу, выше ворот. Фабиан Делф. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Будет угловой, и Челси надо оборонять свои ворота. Хороший удар в левый угол, и мяч оказывается в сетке. Компани! Диего Коста. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Нголо Канте. И погода вносит свои коррективы, не получается удар. Ну и, мягко говоря, с погодой нам сегодня не повезло.
Кевин Де Брюйн. Посмотрим за этой атакой. Очень качественный футбол мы видели в первом тайме ответного полуфинала. Он наметил нам реального претендента на проход дальше. Да, группа атаки одной из команд была безжалостна к сопернику в ключевые моменты. И благодаря этому общий счет сейчас в их пользу. Замена сейчас произойдет, все здоровы, так что замена, видимо, тактическая. Что ж, мне кажется, мы получили максимум удовольствия от первого тайма этого полуфинала и ждем того же от второй половины встречи. Да, здесь игроки попытаются совладать с эмоциями, ведь малейший промах может поставить под угрозу шансы на выход в финал. Фернандо. Гюндоган. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Великолепная игра в пас. Атака прервалась на подступах к штрафной. Кейсу Кихон. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Не доходит до адресата подачи. Защитник на мяче первым оказался. Константин, у нас еще впереди целый тайм, но я думаю, ты уже готов оценить игру сегодняшнего дебютанта. Педро. Свисток штрафной. Ну, нормальная ситуация, правильно отработал арбитр, отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карточку. Здорово! Опасно! Вратарь забирает мяч в прыжке! А вот это, думаю, будет очень интересно всем любителям футбола услышать. Филиппе Коутиньо переходит в Тоттенхэм из Ливерпуля. Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся, и это главная новость. Все верно. Края надо чаще задействовать. Может получиться интересная атака. Есть поддержка партнеров. Здесь защита справляется, мяч отобран. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Ударище просто. Вступает в игру вратарь, все под контролем. Челси получает право на угловой удар. Н'Голо Канте. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Слушайте, ну Диего Коста бьет. Вот это спасение. И это угловой ворот соперника Челси. Рибери. Педро! Гол! Мяч в сетке! Вот такие люди сидят на замене. Вышел и забил. Блестящее решение от игрока Челси и мяч в сетке. Великолепная передача с правого фланга. Да посмотри, как он сыграл. Оказалось бы, Георгий, да все просто. Увидел партнера, оценил ситуацию, отправил мяч в штрафную.
Но как исполнено, а? Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Основное время истекает через 20 минут. Пока неплохо. И это шанс забить! Здорово сыграл голкипер, ни шанса не оставил соперник. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Момент для удара. И на месте голкипер. Угловой в пользу Челси. Давид Луис. Кркич Перес. Кевин Де Брюйн. Пошли последние 15 минут. Потерял он мяч, но кому он достанется? Рибери. Тут может что-то получиться. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Н'Голо Канте. Кейсу Кихонда. Смотрим начало этой атаки. И в разрез. Шикарно. Момент для удара. Относительно легкий мяч для вратаря. Ждем угловой. И вот сейф там еще раз показывают. Шикарно исполнил, а? Диего Коста. Не прошла эта передача мяч у соперника. Терпеливо ждут они своего шанса. Великолепный проникающий пас. Кейсу Кихон. Это может быть опасная атака. Удар. Нужно выходить из ворот. Все правильно. Шеймус Колман. Неплохо, хороший пас получился. Игра остановлена после нарушения Челси. Будет штрафной. Это предупреждение. Это, конечно, фол. Вряд ли тут могут быть два мнения. Да, бывает, что в похожих эпизодах судьи не свистят. Но это, конечно, не наш случай. Фернандо! Венсан Компани! Кейсу Кихон. Рахим Стерлин. Три минуты будет добавлено. Да, что называется, хуже не придумаешь. Знаешь, я немного беспокоюсь за его здоровье, как бы его свои же после игры не прибили. И повторяют нам еще раз это нарушение. Ну, тут, конечно, желтое, и спорить нечего. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну, хотя бы немножко. Это может быть опасно. В этой атаке оборону пройти не удалось. И вот он, финальный свисток, победа Челси. Итак, победа в полуфинале, победа окончательная. И нас с вами ждет захватывающий финал с участием этой команды. Да, две игры позади, пришлось попотеть ребятам, но результат того стоил. Что скажешь об игре Рибери, Константин? Как он тебе сегодня? От него всегда ждут голов, но сегодня, к сожалению, он не забил, зато ассистировал и помог команде одержать победу. Молодец!